Народ, привет. Эпопея с УАЗиком продолжается. Пора бы его все-таки попробовать запустить. Ну что, попробуем? Недавно нам приходили вот такие вот регуляторы оборотов. Сейчас один из них мы и задействуем. Так я и не посмотрел и не отметил, какой из них какой. Какой на 20 ампер, какой на 30. Ну тут, в принципе, зацеп небольшой, любой подойдет. Своя кнопочка, поставлю в штатное место. Вот, смотрите. Оп, сейчас сюда прикрутим. И включаться будет вот сюда. Там будет у нас свет. Включение, выключение. On, off. Вот тут вот будет. Нет, не подлезть туда. Ладно, посмотрим. Наверное, придется на коробочке где-то. Или как-то вот так. Ладно, с выключением разберемся. В салон куда-нибудь положим. Вон там есть. Где петля у двери проходит. Просунем сейчас кнопочку. И включать будем в салоне. А либо просто будем втыкать аккумулятор, и автоматически будет все включаться. Так, ну что, берем аппаратуру. Нет, неправильно сказал. Нам надо сейчас двигатели припаять. Так, сверлим. Значит, под провода. Так как двигатели у нас стоят кверх тормашками, они совпадают по расплюсовке. Значит,
Так, припаяли двигатели. Так, небольшой тест. О, поехал. Так, перевернем. Ну что, проверяем. Так, все крутится, но все едет назад. Выключаем. Потом полюсовку поменяем, если что. Так, ставим сюда. Берем крышку, проверяем, чтобы она закрывалась. Угу. Так, все хорошо. Дно закрылось, ничего не мешает. Так, значит, дальше мы берем. Так, берем, значит, регулятор. Второй канал. Серво. Первый канал. Двигатели сюда. Аккумулятор сюда. Так. Что у нас? Он. Так, аппаратура. Так, все, сконнектились. Туда-сюда крутится. Так, и нам надо сделать, значит, реверс газа. Во. Ползет. Так, ладно, работает. Выключаем пока. И пробуем все это дело укомпоновать и куда-нибудь распихать. Так, разобрался чуть-чуть с проводами. Значит, от двигателя приклеил скотчем армированным. Приемник вон туда, это, регулятор оборотов туда вот спрятал, в нишу. Приемничек поставил тут под торпеду. Сейчас провода, включение и аккумулятор вывел в багажник. Вот там вот они у меня. Ну что, сейчас пробуем, наверное, собрать и посмотреть, что у нас получится. Так, народ. Смотрим, собрал, стоит, работает подвеска. Так, а вот тут мне не нравится. Почему-то нет никакого крепежа. Так, ладно, собрали. Ну что, пробуем подключать. Пока что берем аккумуляторик маленький. Вот. От Урала.
Так, запускаем. Надо будет все потом сделать хорошо, чтобы удобно было. Так, подключился. Все убрал я. Так, чуть-чуть стол надо разобрать. Ну что? Народ, он едет. Так, у нас чуть-чуть вот тут отходит дно. Надо будет это посмотреть. Фиксатор какой-то придумать. Но он ездит, доезжает. Но максималка очень маленькая. В ближайшее время обязательно я его доделаю. В ближайшее время обязательно его доделаю и попробуем уже затестить. Подшаманю я его немножко, помою, а то он весь непонятный какой. Вот, и поедем с вами на тест. Ну все, спасибо за просмотр, всем пока, удачи! Ну как тебе?